21 февраля в МГУ станции юных техников прошел конкурс «А ну-ка, мальчики», посвященный Дню защитника Отечества. Две команды будущих защитников соревновались между собой на ловкость, смелость, мужественность, изобретательность. Наши юноши соревновались в таких конкурсах, как «Военные загадки», «Дежурный по кухне», «Самый ловкий», «Авиаконструкторы», «Переправа», «Дешифровщик», «Стрелки». В нелегкой борьбе победила дружба. Все участники праздника получили памятные призы. Мы поздравляем всех мужчин, наших нынешних и будущих защитников Родины с праздником. Мы желаем, самое главное, крепкого здоровья и мирного неба над головой.